Так-то, если что, мы вроде в Новосибирске живем. Дима, ну что, жаркий поток. 22 участника. По-моему, надо было разбить на 2 их. Потому что 22, ну это сильно дико. Это как Сибирь сейчас будет. Благо, хоть не все одинаково начинаете. У нас 110 лет сколько идет? Много. Человек, к счастью. Поэтому... Ну все, давай, считай подходы. Говори, как разминаться. Я пошел пальчики намотаю. Что-то думаю уже, блядь, вообще перезаявить сразу на 15. Потому что сейчас считать замучаешься, блядь. Ну, как хочешь. Ну сейчас посмотрим. Я пошел. Давай. Общую разминку, Диман, пока. Лёхи дебют, один подход, и он выходит на помост, немножко переживает. Лёха, первые подходы пройдены. Какие ощущения? Да, ощущения смутные. Вроде все слабовато, так оно ничего не летит. Ну как ты, сильно волновался? Тебя трясло? Конечно, меня трясет. Трясет? Врачай. Человеку плохо. Как ты мастера собрался выполнять? Слушай, ну я думал, проще посидел. Нет. Ты же не сам сказал, типа, вау, у тебя вообще поперло. Нормально. Сейчас первый дебют, это хорошо. Красавчик, Леха. 75. Нормально, дебют пойдет. Yeah.
Держи, держи, держи. И чё? Держи! Держи, блин. Вставай. Хорошо. Хорошо держать. Вот его колбасит. Все, Леха. Леха окончил свои соревнования. Мощь, сила, штанга. Дебют у него состоялся удачно. Надеемся, на следующих соревнованиях Леха выполнит мастера спорта. Да, да. Я тоже думаю. Дима разминается уже. Спинку держим. Бросай. Бросай, не собирай.
Пошел, пошел, пошел! Молодец! Ровно! Стой! Жестко напрямую давай.